Здравствуйте, дорогие подписчики. Мы находимся на Садоводе, на линии 29, павильон 59, итальянская сумка у Аксона. Вот как заказывать. 8-926-984-04-07 Аксона. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, Рахим. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Будем показывать винтажную царапку. За вами, конечно, пойду, куда и скажете. Здравствуйте, Юлечка. На край света пойдете? Соседи? А? Что? Я говорю, на край света пойдешь? Ну, пойду. Что, а такие что? Красивые девушки, которые везде, как можно, просто хочется посмотреть на вас. Тем более, Диорские, помада у вас. Помада Диорская. Так, все, девочки, давайте показываем винтажную царапку. Вот она как на мне. Рост 1.76 м на Юле. 1.65 м Юле. Еще запас. Покажем. А? Давай свой зонт, Юля, это зонт. Почему у нас один зонт? Зонт Юлин. У нас всегда он рабочий. Да, он уже как, смотрите, клапан поднимаю, чтобы было видно, откуда идет замер. Ну, вот так вот, девочки, смотрите, хотите, отсюда можете, как кому. Я в расплюснутом виде, 26, но это можно и так. Ну, и вот по клапану идет 17. Ну и дно также 10, можно до 10 растянуть его. Сейчас посмотрим, войдет ли сюда зонт. Вошел. Да. Да, видишь? Нет, почему я девочке зонт показываю? Ну, допустим, есть Франческа, да, маленькая. И сюда он навряд ли войдет. Может быть, она по размеру и побольше, но зонт сюда может так не войти. Я показываю это именно для того, хотя может войдет. Нет, вот о чем я и говорю. Видите, вот для чего я показываю, что входит зонт. Сумка больше по размеру идет, но зонт не входит. Это, ну, так вот. Есть сумки, я говорю, кажется, что и по размеру меньше, но за счет вот этого клина может войти зонт. Вот поэтому зонт и показываем. Смотрите, фурнитура, ну это на винтаже вся идет бронза. Есть карман. 6500, оптовая цена. Внутри вот такой кармашек. И на молнии. Вот. Здесь также может клапаном. Все. Теперь давайте по цветам. Еще раз говорю, 6500 оптовая цена. Девочки, если вдруг что-то хотите, цвета, какие в наличии, добавились, убавились, это все в Telegram можете смотреть. Вот здесь я показываю просто модель, как она смотрится. Ну, вот на мне, на Юле, ну и цвета, какие есть в данный момент наличия. А это общее, я говорю, потому что что-то продается, что-то мы дополучаем, цвета могут, я говорю, как прибавляться, так и убавляться. Давайте вот так покажем. Вот такой оливка цвет. Yes. Мятный. Вот они отличаются. Ну, камера, может быть, так не передает. Вот этот прям насыщенный, этот идет такой оливковый. Вот это вот сложные цвета. Вот я хочу показать. Вот видите, как они смотрятся. Никто это, девочки, не носит сумки, ничего. Ну вот, потому что сам по себе винтаж, вот он идет практически как, допустим, ну, бело-голубого цвета такого. Ну вот, поэтому выкрасить его, нанести вот краситель на такую кожу, сложно, светлые цвета. Будьте здоровы. Точно. Спасибо. Дальше вот такой цвет идет. Карамельный. Ну, он не насыщенно рыжий, прямо такой спокойный цвет. Черный.
кстати, паспорт, хочу сказать, что сюда войдет. Он, покажешь, вот давайте одну покажу, черный, шоколадный цвет. Сейчас посмотрим. Просто раз уж мы сюда показываем. Что может войти, а может и... Не, паспорт ходит. Вот. Не всегда бывает, что вошел. Так. Не убирай сразу, а то забудем. Вот такой идет серый. Также отличается серый. И вот такой идет как голубой цвет. Видно, вот это больше серый. Видно, да? Да, камень, потому что видно. Так вот их серый и голубой. Ну и цвет пудра. Пудра розовый такой. Вообще вот на светлых больше. На темных, естественно, этого ничего не видно. А на светлых все это очень даже... Я говорю, когда делают вот эту затирку, вот она такая. То есть я говорю, это искусственно состаренная кожа. На этом все. Так что, девочки, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Итальянские сумки у Оксаны». И любая сумка по оптовой цене. Спасибо вам за ваши комментарии, отзывы, за то, что в личку мне пишете. Тоже очень приятно, когда получаете сумку, отписали, все, я уже тоже спокойно. Так что, девочки, все, всем пока. Пока-пока, спасибо. У вас очень хороший. Ну. Хороший. Мы хорошие, все, ладно. У вас и все хорошо, видно сразу. Так, такое хорошее настроение там. Спасибо. Уже. Выглядит ты очень хорошо, красиво там. Рахим засыпал нас комплиментами. Хочется просто у вас снимать. Что вы и делаете. Да, выхода нету. Пока-пока. Все, всем пока, девочки.